Всем привет! Вы на канале Twinkle. Медведь – самый крупный хищник на Земле. Медведь появился на планете около 6 миллионов лет назад и всегда был символом мощи и силы. Взрослый бурый медведь может одним ударом лапы сломать своей добыче хребет. Давайте посмотрим на медведя в деле. Если понравится, жмите на колокольчик, но можете сделать это прямо сейчас. Начинаем! Начнем с невероятного нападения медведя на крупного оленя с большими рогами, которое произошло в Йеллоустоун. Олень, спасаясь от медведя, забегает в реку, но хищник уверенно его догоняет. Косолапый наверняка был очень голодным, он набрасывается на оленя и начинает его кусать. Но эти укусы особого вреда не наносят, и олень продолжает идти в более глубокую воду. Именно там и случилось самое страшное. Медведь просто его утопил. Дальше ему потребовалось около 20 минут, чтобы вытащить добычу на другой берег реки. Очень удачная охота. А тут белые волки против медведя. Волк спокойно ест свою добычу, но запах крови и свежего мяса привлек голодного бурого медведя. Он одним своим видом отпугнул от добычи волка и других его сородичей, но отдавать добычу просто так они не собираются. Волки нападают на медведя и пытаются укусить, но у них ничего не получается. Вскоре волки отступили, а медведь продолжил лакомиться добычей. А вот момент встречи небольшого медведя и пумы. Медведь сразу встает на задние лапы, пытаясь выглядеть больше. Но когда пума зацепила его своими когтями, косолапый сразу понял, что в такой схватке он может проиграть и нужно быстрее уносить ноги. А это встреча молодого бизона с медведем-гризли. Сначала медведь убегал, но потом напал сзади и начал кусать бизона. Так он мучил его довольно долго, пока бизон не зашел в реку. Дальше все произошло так же, как в начале видео. Медведь утопил бизона и притянул к берегу. Этой добычи ему хватит надолго. Это невероятный случай нападения медведя на домашнего быка удалось заснять на камеру старенького телефона. Качество очень плохое, но вы сможете увидеть, на что способен голодный медведь. Косолапый держит большого быка за голову и старается перегрызть ему шею. Случай произошел в России недалеко от села в Красноярском крае. Быка просто привязали пастись в лесу. Вы видите, что жертва так просто не сдается, но медведь не отступает и преследует бычка. Что было дальше, непонятно, видео заканчивается. Когда медведю удается поймать такую большую добычу, как лось или олень, он ее любит спрятать от других хищников, чаще всего закапывает в землю или в снег. Но запах мяса все равно привлекает хищников с хорошим обаянием, особенно волков. Посмотрите, как легко и бесстрашно этот гризли защищает свою добычу от большой стаи волков. Он просто защищался, а волки его настолько боятся, что просто перестали нападать и ушли. Я насчитал 15 волков, и эта банда не смогла прогнать одного мишку. А это небольшая схватка медведицы с детенышами против волков. На этих кадрах вы видите, как семья бурых медведей была окружена волками, которые не просто окружили косолапых, а тоже защищали свое потомство. Мать оказалась в довольно затруднительном положении – продолжить движение, несмотря на волков, или вернуться назад, где ее ждал самец, который легко может напасть на ее медвежат. Волчата во время схватки спрятались в кустах, а медвежата держались возле своей мамы. Волкам удалось несколько раз укусить медведицу, но в серьезное нападение эта схватка так и не перешла.
Дальше семья медведей продолжила свой путь, а волчата вылезли из кустов и начали играть. Никто не пострадал. А вот смешной момент, заснятый туристами. Медведь-ленивец спокойно утолял свою жажду и не заметил, как сзади к нему вплотную приблизился большой гуар. Да еще и решил уколоть медведя рогами. Перепуганный и шокированный ленивец убегает. Дальше у нас два гигантских самца-гризли, которые сражаются за господство во время брачного сезона на полуострове Аляска. Такое сражение может привести к серьезным или даже смертельным травмам, ведь стремление к спариванию очень сильное. Самка предпочитает наиболее доминирующих самцов, для нее главное передать будущему потомству гены победителя. Но в этой схватке явного победителя я так и не увидел. А тут очевидцы засняли, как медведю удалось поймать большого дикого кабана. Но, как я заметил, медведи очень любят мучить свою добычу, так же и тут. Он просто кусает свинью за гриву. Бедному кабану очень повезло, медведя спугнули люди, и он просто убежал в лес. Медведь против тигра. Медведи, ленивцы или губачи известны как самые агрессивные на земле. Вы видите момент сражения, когда самка медведя-ленивца встретилась с тигром лицом к лицу. Как только тигр увидел медведя, направляющегося к воде, дикая кошка злобно набросилась на него прямо перед малышом. Чтобы защитить своего ребенка, ленивый медведь яростно сражается с тигром, и несмотря на серьезные травмы во время битвы, ему удалось прогнать полосатого хищника. Медведи часто сражаются друг с другом, и чаще всего это сражение за господство во время брачного сезона или за территорию. Гигантский самец бурого медведя – крупнейший наземный хищник на Земле. Бурый медведь – животное очень чуткое, ориентирующееся в пространстве в основном при помощи слуха и обоняния. Характерным является только слабое зрение. Несмотря на внушительные размеры и большую массу тела, бурые медведи являются практически бесшумными, быстрыми и очень легкими в движении хищниками. Общеизвестный факт, что на короткой дистанции он может обогнать даже лошадь. Если вам понравилось, жмите на колокольчик. Спасибо всем за ваши подписки и лайки. До встречи в следующем видео.